О, расскажу, как выбирают холостяка. Первого холостяка выбирали вот так. Загуглили «самый завидный холостяк» и выпал Чмырковский. На роль холостяка выбирают такого парня, который будет нравиться зрительницам. Вообще весь проект держится на том, что зрительницам должен нравиться холостяк. Они должны представлять себя на месте девушек и смотреть телешоу. Благодаря этому шоу смотрят, благодаря этому шоу интересное. Поэтому выбрать холостяка – это очень важно. Как вам теперешний холостяк? Нравится он вам? Напишите в комментариях.